Шалом, уважаемые! С вами Илья Механик, и сегодня дневники мопеда Рудитетовича. Снег. Вы видите? Снег выпал. Для моего региона Украины снег – это небольшая редкость, так себе. Я мало в последнее время припоминаю зим, когда выпадал снег, и он долго держался. Обычно у нас снег выпадает на неделю, на две, там, на три максимум. И его, как правило, быстренько раскатывает, и он потом тает, либо дождь идет потом, либо асфальт. Короче, зимы у нас как таковой нет, и поэтому мы своеобразно сезон не закрываем по-своему. Почему спрашивают, почему не закрывать сезон как все? Да что закрывать? Снег вот он выпал, казалось бы, снег, все, гараж не идти. Нет, совкоциклисты идут в гараж. Но перед тем, как поехать, придется немножко попотеть. Я уже, честно, задолбался. Сейчас за кадром он у меня запустился. Сейчас немножко прогрелся и попробую повторить. Это оно! Всем за внимание. Катайте. С радостью проводите свои выходные. Всем пока.